Привет, это канал Мосалим. Сегодня мы вам продемонстрируем работу по шумоизоляции в автомобиле Toyota Corolla. Разобрали весь автомобиль. Посмотрим. Штатная шумоизоляция представляет собой такой вот виброматериал в совокупности с таким вот ковром. Он не очень толстый. Это на тоннеле центральном, и вот в ногах прорезиненный, чуть более толстый войлок. Дальше. Вот так выглядит разобранная дверь. Вот это пыльник. А под ним у нас... Под ним у нас ничего нет. Сейчас посмотрим с вами. Вот. Вот это вся шумоизоляция в двери, которая есть с завода. И вот напротив колонки кусочек. Все, больше ничего. Дальше я поехали. Крыша. Голая. Вот на потолке есть войлок. И все. Так вот это выглядит у нас. И задние двери. Вообще только один кусочек. Больше нет ничего. Багажник, крылья пусты, небольшой кусок виброизоляции на арке. Здесь еще меньше. Внутри вообще все пустое. Ну и тут и задние сиденья тоже чуть накидали они на заводе, и все. Подумали, что этого достаточно, но на самом деле нет. Что, сейчас все будем обезжиривать и приступать к поклейке виброматериалов.